21 день. Показываем эту штучку в действии. Она вот такая вот легенькая. Внутри у нее вот такая вот по всей поверхности дышащая ткань. С этой стороны она блестящая. Ее можно одевать в черную майку, будет очень стильно смотреться. Вообще она носится под одежду, под майку. Я одевала ее под эту маечку, незаметно. Вот, но желательно, конечно, под что-нибудь темное, либо сверху куртку, если вы куда-то идете прохладненько. То есть она вообще полностью незаметная. Смотрится сзади. Ее нужно носить всего лишь 3 часа в день, 21 день. И просто осанка у вас будет супер. Ссылку, описание, все оставлю под видео, так что смотрите, заказывайте, не пожалеете. Это реально очень полезная штука, потому что мы все ходим, сутулимся, наши органы сжимаются, из-за этого какие-то у нас сразу начинаются болезни. Поэтому осанка вещь важная.